Я бы описал Кадырова как большого ребенка, это цитата из этого интервью. Что бы он ни делал, окружающие восхищаются им и говорят, что никогда не видели ничего подобного. Я это очень хорошо помню. Это было поражение, редкое поражение Кадырова в подобных противостояниях, которые происходят обычно в России какими-то публичными личностями. Обычно Кадыров всегда выходит победителем в такой теме, а перед ним извиняются. А здесь, будьте любезны, сказали Кадырову. Твой брат мусульманин. Цицик хадал де брат мажаржина ах. Цицик у меня спит, его я не могу подтянуть. Мажаржина ах. Это что значит? Если ты спрашиваешь про то, покрасил ли я бороду в черный цвет? Нет, не красил. Я вообще нельзя красить бороду или волосы в черный цвет. Это запрещено. Нужно красить какой-то любой иной цвет, кроме черного. Есть очень хороший цвет, используют многие те, кто носят бороду. Я, кстати, рекомендую темный каштан. Это хороший цвет. Используйте хну темного цвета каштана. Это и полезно для вашего волоса. И в целом очень хороший будет цвет, иншалла. Тумзо, почему грозненские чеченцы не любят дагестанских чеченцев? Говорят, якобы второй сорт. Халил Исмаилов, я грозненский чеченец. Я души не чаю в дагестанских чеченцах. И в любых других грузинских, кто проживает в Ингушетии, в Ставропольском крае, неважно. Все они являются чеченцами такими же, как и я. Ничем не лучше и не хуже меня. Мы абсолютно одинаковые чеченцы. Все друг друга любим, друг друга уважаем. Я говорю сейчас про массу людей основную. Но при этом, к сожалению, отдельные какие-то не совсем адекватные люди, ну, наверняка они есть и среди нас, есть и среди дагестанских чеченцев, грузинских и любых. На таких людей обычно не обращают внимания. Так в целом мы один народ, который... Ввиду различных манипуляций советской власти мы оказались разделены там, на разные республики, но это не разделило нас как народ. Мы все равно продолжаем быть единым народом, у нас одна боль, у нас одни цели, задачи, и у нас, иншалла, одно будущее. Скажите, почему большая часть чеченцев плохо относится к Жириновскому? Большая часть россиян плохо относится к Жириновскому. Почему только чеченцев? Большая часть этого мира плохо относится к Жириновскому. Почему бы чеченцам не относиться к нему плохо? Добрый вечер, уважаемый брат. Хочу спросить, вот Жириновский, шут, часто говорит про территориальность Казахстана. В случае чего, братья чеченцы готовы поддержать казахов? Не знаю, что ты имеешь в виду под поддержкой братьев казахов. Мы готовы, конечно, поддержать братьев казахов как-то морально и так далее. Но если ты имеешь в виду, что как-то участвовать в потенциальной войне, ну, ты должен понимать, что мы, наверное, и сами находимся не в той ситуации, чтобы где-то еще за кого-то воевать. Те наши братья чеченцы, живущие в Казахстане, они наверняка будут принимать в этом участие, если такое гипотетически случится, что маловероятно. Но в целом ты должен, наверное, понимать, что мы сами находимся под оккупацией, мы нуждаемся сегодня в помощи наших казахских братьев, а не наоборот. А так, конечно, моральная поддержка от нас обеспечена. Иншалла. Тумсо, ты читал интервью чемпиона мира по боксу Лукаса Брауна, где он рассказывал, как приезжал в Чечню и что за ерунда там творилось? Да, я видел, конечно, это интервью этого чемпиона мира по боксу. И это, кстати, очень интересная тема. Я как-то забыл это выложить у себя на канале, но это то, с чем нужно ознакомиться. Он там очень много таких интересных моментов выявляет, рассказывает об этом. Как самое главное, что он прочувствовал вот эту атмосферу. Там важно не столько вот то, что там Кадыров ударил его в живот, и он типа не ожидал там этого удара. Это дело не в этом. То есть это он его ударил в живот не в момент спарринга. Они просто там стояли, говорит, и Кадыров резко нанес ему удар в живот. Самое, что важное в этом его рассказе, это то, как он описывает все, что всю вот эту атмосферу, которая тогда царила. Я бы описал Кадырова как большого ребенка, это цитата из этого интервью. Что бы он ни делал, окружающие восхищаются им и говорят, что никогда не видели ничего подобного.
За несколько дней до моего боя он проводил легкую тренировку. Он сделал все дела и пошел фотографироваться. В какой-то момент он неожиданно меня ударил. Он пробил мне в живот со всей силой. Я не был к этому готов. Это был шок. Это тяжелый удар. Не поймите меня неправильно, но я был совершенно шокирован. Я не знал, что делать. Спросил своего охранника, что бы случилось, если бы я ответил Рамзану, то есть ударил бы его в ответ, он имеет в виду. Мне сказали, что меня бы просто пристрелили. Что касается боя, когда мне подняли руку в зале, что касается боя, он имеет в виду боя с Русланом Чагаевым, пояснение. Когда мне подняли руку, а он победил Руслана Чагаева, когда мне подняли руку, в зале была тишина. Это важно понимать. Бой проходил в Чечне. Все болели за Руслана Чагаева, так как Руслан Чагаев был как бы боксером от Кадырова на этом бое. Он его специально готовил к этому бою, вложился там в него какие-то деньги и так далее. После его поражения в этом бое у них отношения с ним и закончатся. Поэтому, когда он победил этот австралийский боксер, в зале была тишина, он описывает вот эту вот атмосферу. Мой менеджер запрыгнул в ринг с торжественными криками. Я ему сказал просто заткнуться. Сработал мой инстинкт. Просто думал о том, что нужно выбраться оттуда живыми. Я посмотрел на Майкла Баффера и спросил, могу ли я что-то сказать. Он ответил отрицательно. Тогда мы просто ушли. Вот это вот то, как он описывает вот эту вот атмосферу, это очень важный момент. Насколько все сложно, вы понимаете? Большой ребенок, говорит Кадыров. Что бы он ни делал, все восхищаются тем, что он сделал. Мы-то прекрасно понимаем, о чем он говорит. Что бы этот человек ни делал, действительно, его там все вылизывают. А если не вылизывают, то лишаются должностей, своего имущества. А в каком-то случае даже их находят мертвыми где-то там на дне обрыва. Это та атмосфера, которая нам настолько знакома, а для этого мира это странные вещи. Вот он, этот чемпион мира по боксу, это описывает. Далее он говорит, когда он побеждает, он не должен был никак победить, вы понимаете. Все было запланировано так, что Чагаев, кадыровский боксер, должен был одержать победу. Лавры за это должны были уйти Кадырову, что вот, мол, Кадыров его так подготовил, это вот был кадыровский боксер, а тут все рушится. Побеждает австралиец, в зале тишина, комментатор отвечает отрицательно, мол, ничего лучше даже не говори. Все понимают, насколько это напряженка, вы понимаете? Что даже комментатор как бы не хочет давать ему слово. В итоге они очень быстро оттуда уходят. Ну и вообще сейчас в связи с этим блестящей, с этой победой, техническим нокаутом сына Кадырова, очень много сейчас шума вокруг бокса в республике, вообще в целом вокруг бокса и спорта. Эти продажные подставные бои сейчас наконец-таки на них обратили уже более пристальное внимание, об этом уже написали все. Как вы знаете, конфликт набирает новые обороты. Президент Федерации бокса Кабардино-Балкарии высказался сначала критично по этому поводу, сказал, что, мол, бой явно был подставной, что эти секунданты кабардинского боксера, значит, выкинули полотенце не по своей воле. Потом я уже, честно говоря, ожидал, что мы увидим сейчас видео с объявлением кровной мести от Даудова. Обычно он так поступает, когда происходит что-то, что им не нравится. Но этого не произошло. Видимо, либо позвонили предварительно этому руководителю Федерации бокса, либо он сам понял, что надо как-то исправлять ситуацию. В общем, он изменил свои слова об этом, подкорректировал, сказал, что его неправильно поняли, слова исказили. Он просто, значит, считает, что нужно провести реванш, раз тема такая интересная, бла-бла-бла. Короче, тема продолжается. И на фоне этого всплыли другие блестящие победы других детей Кадырова. Я думаю, здесь нам не мешает посмотреть блестящую победу уже реальным нокаутом, не техническим, а реальным, другого сына, старшего сына Рамзана Кадырова. Давайте посмотрим. Ух ты, попадание прям так откатился назад, как-то на ватных. Вы это видели? Вы видели просто этот удар, этот мощный удар, после которого человек просто вырубился? Давайте еще раз это посмотрим. Посмотрите внимательно, как и от чего падает, насколько естественно падает этот боец, соперник, сына Рамзана Кадырова. Смотрите, смотрите. Хопа! Оп!
Чистейший нокаут, просто чистейший. Это все сейчас начинает всплывать. Вот сейчас все обратно возвращаются, смотрят все эти бои, находят все эти просто смешные моменты, когда явно видно, что человек просто симулирует этот нокаут, он не получил никакого удара. Эти моменты, хорошо, что хоть сейчас они всплывают, хотя их, на них нужно было обращать внимание уже тогда нужно было говорить об этих подставных боях, что Кадыров таким образом раскручивает своих детей. Он испытывает вот этот комплекс неполноценности, да, как сам он не был ни спортсменом, ни пастухом даже, никем, абсолютно у него нет никаких достижений. И он пытается вот это вот сейчас восстановить на своих детях. Да, себе он, конечно, там сделал фейкового мастера спорта, фейкового академика, кого угодно. Здесь он хоть пытается из этих сделать каких-то реальных, то есть дать им какую-то историю, привозит людей для битья, и даже эти люди не могут реально с ними сразиться. То есть они должны имитировать вот этот вот нокаут, проигрыш, за это им платят деньги, они уезжают счастливыми. В общем, происходит цирк, к сожалению. Томсо, помнишь, когда кафыровцы все объединились, обзывали петухом и прочими против Федора Емельяненко и припомнили ему про якобы продажный бой с Мальдонадо? О, Аллах, насколько ты велик, что унизил их при жизни? Я помню их, это противостояние с Емельяненко, в котором в конечном итоге они вынуждены, ну, Кадыров вынужден был дать заднюю. Потому что позвонили откуда надо, сказали, чувак, давай тормози. И после этого все вот эти высказывания, все было удалено, вопрос был закрыт. Я это очень хорошо помню. Это было поражение, редкое поражение Кадырова в подобных противостояниях, которые происходят обычно в России какими-то публичными личностями. Обычно Кадыров всегда выходит победителем в такой теме, перед ним извиняются. А здесь... Будьте любезны, сказали Кадырову.